монтаж. Здесь мы уже собрали брус 100 на 150 обработанным антисептиком. Также поставили под перегородку брус. Теплица будет с перегородкой. Установили первую арку. И также собираются торцы лежа на земле. Там будем их ставить. Раз торец, два, там третья перегородка будет у нас. Теплица будет капелька 2,5 шириной, 5 длиной с перегородкой. Форточка, дверь с форточкой и форточный блок на автомате. Продолжаем монтаж теплицы капелька 2,5 на 5 с перегородкой. Здесь у нас дверь с форточкой будет, также уже резиновый дверной уплотнитель на форточке плюс на двери, торцевой резиновый уплотнитель, также идет защита сот для поликарбоната перфоленты плюс профиль торцевой. Поликарбонат идет на ватра 0,75 плотность 4 миллиметра. Также установили конек верхний. Перегородка у нас идет просто дверной проем. И в дальнем торце у нас форточка торцевая будет. Также будет устанавливаться форточный блок на автомате. Среднюю секцию здесь. Также и установили на брус 150 на 100 обработанным антисептиком. Также колышки будем забивать. Такая теплица. 2,5 на 5. Тоже теплица капелька 2,5 на 5. Здесь мы уже перекрыли. Также начали уже дверь обшивать. Вырезали под форточный блок. Здесь будет обрамляться сейчас уголками. И дальше вешается уже сам форточный блок. Блок на автоматке будет. После двери будет делаться здесь форточка торцевая. Форточный блок. Денис, привет! Вот. Красота. И здесь также будет перфолента клеиться плюс профиль торцевого одеваться для защиты поликарбоната. Теплица капелька 2,5 на 5 перегородка. Здесь у нас входная дверь плюс форточка. Все везде защита сот для поликарбоната, перфолента плюс профиль торцевой. Также присутствует резиновый торцевой уплотнитель и дверной на форточке и на двери. Здесь также все колышки забили по периметру. Защита сот для поликарбоната по низу. Также установлена на заднем форточка и перегородка. На форточном блоке идут автоматы, термоприводы. Также установили на брус. На 150 на ребро обработан антисептиком. Термоприводы начали срабатывать, открываться. Также колышек. Внутри теплицы у нас идет из трубы 20 на 1,5 цинк плюс примерно порошковая покраска. Также диагональные усилители. Перегородка у нас, открытый дверной проем оставили. Приводы на пружинах. Также поликарбонат идет на ватра 4 мм, 0,75 плотность. Теплица 2,5 на 5 плюс перегородка капельной формы.